общем, все обменяет для того, чтобы стать чемпионом России, для того, чтобы выиграть чемпионат мира. Это феноменальная бисиклета Лука. Демонстрирует он свою татуировку на шее. Это любят не только бразильцы, не только латиноамериканцы. И что, неужели железнодорожники уже на первых, даже не минутах, а секундах третьего периода решают исход этого поединка? Вот такой был настрой, мотивационный спич Виктора Андрусенко, признававшегося, что